Всем привет, дорогие мои зрители, подписчики, гости канала. Сегодня я вместе с Андрюхой Грибоедом. Привет. Мы сегодня вместе ищем майскую рядовку. Идем мы в лес, идем с Ириной. Так что будем путешествовать. Даже если что-то не найдем, чего-то не найдем. Классно отдохнем, погуляем. Классно погуляем. Подышим свежим воздухом. Совершенно верно. Идем с нами. Вперед. Идем искать майские рядовки. Лес у нас довольно-таки хороший, сопутствующий этому грибу. У нас есть старые осины, у нас есть клен ясенелистный, у нас есть болото. Я думаю, здесь мы что-то найдем. Ну, уже нашли. В грушах, то есть под плодовыми деревьями, в основном под плодовыми деревьями, мы видим майскую рядовку. Первая майская рядовка, которую мы сегодня нашли. Вот она. Грибочки маленькие. Классические признаки майской рядовки. У нас частые пластинки, которые к ножке не прирастают. Очень видно четкое разделение между ножкой и между пластинками шляпки. Шляпка у нас без четкого бугорка. Запах. Запах у рядовки майской рядовочный. Он такой, говорят, мучнистый. Будем сегодня собирать ее. Майскую рядовку. Съедобный, вкусный, ароматный гриб. Ну что, идем дальше? Да, пошли. Рядовочки у нас растут массово, они не растут по одной штучке. И часто бывают червивыми, поэтому сегодня, можно сказать, мне повезло. Моя рядовка не червивая. Я нашла столько майской рядовки, я столько не находила уже, не знаю, ну года три, наверное. Все у меня три, заметили? Начнем с того, что она даже не прячется под листьями, как я привыкла это делать. Искать ее под листьями, она растет просто так, везде. Хочу показать, как майская рядовка прячется. Видите? Листва, листва, листва. Вот выглядывает совсем немножечко. Открываешь. А вот тебе и грибочек. Открываешь рядом следующий грибочек. Грибы довольно-таки не грязные. Отмываются они легко. Это вам не тополевая рядовка. Хоть и рядовка. Еще попробую на них не наступить и не помять их, потому что растут они массово. И бывает, одну режешь, а на вторую наступаешь. Очень обидно потом получается. Посмотрите только, какие здесь растут рядовочки майские. Красивые, чистенькие. Самое главное, ароматные. И их очень много. Собираем. Вот Андрей уже идет с пакетами. Уже накосил майской рядовки. Накосил? Накосил. Накосил. Это Андрюха привез меня сегодня на то место, где он собирает майскую рядовку. То есть я про это место не знала и не узнала бы никогда.
Внезапно в нашу прогулку ворвался дождь. Ну что, придется оккупироваться и под дождь. Я готова ко всему. Сейчас начался дождь, но нам это не страшно, потому что мы же ищем майскую рядовку. Ну вот, новая поляночка. Посмотрим ее на червивость. Конечно же, рядовка бывает червивая. Это очень частое явление. Посмотрим, что у нас дальше растет. О, уже процесс пошел получше. Хорошая майская рядовка. Правда, под дождем собирать не очень удобно. Но что же нас остановит, грибников? Ничего. Ну что же, наш сбор подошел к концу. Сегодня мы с уловом майской рядовки. И если бы не этот дождь, который вы слышите и видите, мы, наверное, собрали бы больше. Но я думаю, и это отличный улов. Я абсолютно согласен с Ириной. Дождь не помеха для настоящих грибников и грибоедов. Кстати. И грибоедов. Так что сегодня со мной был Андрюха Грибоед. Ссылочка, конечно же, в описании на канал этого замечательного грибника. А вам всем до свидания и до новых встреч. Пока. Пока.